Приятная новость для тех, кто любит не только есть рыбу, но и удить. 26 августа в районе протоки Байбалаковская в 30 километрах от Ханты-Мансийска пройдут соревнования по любительской рыбалке. В них могут участвовать все желающие, независимо от пола и возраста. Рыбаки выяснят, кто может наловить больше всего живого серебра, а у кого будет самая длинная рыба. Но в программе мероприятия не только состязание, но и кулинарный конкурс на самую вкусную уху. Туристические соревнования на выживание. Кроме того, гости праздника смогут попариться в банях-палатках, поучаствовать в различных мастер-классах. К примеру, научатся изготавливать знаки-указатели и рыболовные снасти. А все необходимое для рыбацкого промысла можно будет приобрести на ярмарке продажи.